Социальная реклама как феномен общественной рефлексии. А если проще, то курс на нравственность, ответственность и, быть может, решение проблем. Социальные ролики и таблоиды можно увидеть в Барнауле. Один из проектов, например, «Хочу помочь». Сами мы видим, что именно вот такой красивой, интересной социальной рекламы не так много. И выбрать вот такой интересный проект было достаточно сложно. Ну, я думаю, что мы приняли хорошее, интересное решение именно показать в лицах работу общественных организаций. Команда создателей – сами общественники и журналисты. Полгода они тотально изучали социальную рекламу с педагогами Высшей школы экономики. Их проект стал экзаменом. В этом году, конечно, как и в прошлом, основная тема – это коронавирус у нас. И очень много работ сделано, но, как показала практика, они не сильно эффективны. Мы проводили в мае кросс-региональный рейтинг о проблемах. Основные проблемы были такие – бедность. Затем проблема демографии, миграции, проблема экологии, высоких цен на услуги ЖКХ и слабая поддержка предпринимательства. Как итог, симбиоз. В центре композиции люди, которые сегодня уже помогают и бездомным животным, и многодетным семьям, и, например, тем, кто потерялся. «Хочу помочь» значит, что вы тоже можете это сделать. Какую оценку даст столица, узнаем в декабре. А пока цифры всероссийского опроса показывают важность социальной рекламы. Из 100% россиян более 70% считают, что подобное дает верный курс жизни. Анастасия Наборщикова, Вадим Быстревский. День с толком.